Да начнется экшон. Не люблю эту карту. Для разминки можно и здесь начать. Зараза, придется снизу приезжать. За мной выехали. Все заставили. Ну, неплохо проехал по своим меркам. На месте разрабов я бы немножко все эти паузы в виде заставок, анимации и прочей херни уменьшил между катками. Слишком долго проходит время, чтобы начать следующую гонку. То получается, что гонка длится минуты 3 в среднем, а ждешь ты минут, ну не знаю, минут 7 эту гонку как-то. Такое себе удовольствие. Окей, дальше. Что мы имеем? Twilight Tour, Tiny Temple, Deep Sea Driving. Я думаю, здесь со мной все солидарны, что мы должны проехать тур. Минус один. На этой карте у меня рука набитая, так что мы сейчас покажем мастер-класс. В скобочках нет. Я еще не размялся. Пам-парам-пам-пам.
Главное, чтобы меня сейчас вначале ничего не закидало. Второй ряд. Придется попотеть. Вот здесь меня обычно очень любят закидать всяким говнищем. Оружием отвлекаться не будем. Идеально. Идеальный поворот. А вот и первый шаровух полетел. Блин, что-то я разогнался. Обычно два круга подряд я не могу удержать, то есть я слишком быстро. Попробую проехать снизу, может полегче будет. Да, так легче. Слишком быстро. Еще шаровая молния. Блин, второе место от меня не отрывается. Идем корпус-корпус практически. Третий круг. Слишком быстро. Кажется, это мой лучший. Не, не лучший. Один из самых лучших трайв. Мне уже, по-моему, когда-то был 2.17, если не ошибаюсь. Или 2.19. Может быть, даже это лучший трай. Я... Мне еще ни разу на этой карте не получалось три круга подряд продержать супер ускорение. Ни разу. Сейчас сошлись все звезды. Ну, кстати, Дан Сандерс тоже неплохо гонял. Хоть и отрыв 22 секунды, но до второго круга, в принципе, он дышал мне в затылок. Растем, растем на глазах. Я доволен как слон. Сейчас все ливать начнут. Кто хочет играть в одном лобби с скиллованными пацанами? Конечно, никто. Чего нам хочется? Twilight Tour нет. Мы только что его катались. Вот Assembly Line, тоже неплохая карта. Если, в принципе, здесь не самые скилловые пацаны в лобби, я бы хотел попробовать научиться проезжать сокращение, где пресса работает. У меня там ни разу еще не катался. Считаю слишком рискованным занятием. Так, надо кое-что нам сделать. Как раз успею до начала гонки.
Ну, пешки. Давайте начнем красиво. Это было не очень красиво. Значит, нет, не буду использовать. Второй не открывается. Неплохо. Нам надо было что-то большое, чтобы загородить проход. Ух, хорошо проехал. Ух, да, хорошо. Минимум ошибок. Установка на минимум ошибок. Если все хорошо пойдет, может быть, нас шаровая молния не догонит. Придется для этого попасть. Еще раз. Блин, боюсь догонит. Надо ускориться. Поднажмем. Да. Почти, 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 почти. Боже, как я хорош. Невероятно. Nice try. 2.35, это красиво. Надеюсь, продолжу в таком же духе. Так, посмотрим, что у нас дальше. Хочется, чего нам хочется простой карты, да. Да-да-да. Опять Assembly Line. Ну, кстати, здесь папу-папу. Пирамиды папу. Достаточно неплохой выбор. Cortex Castle. Замок Cortex Tagle разнообразить тоже показаться можно, но из-за слишком крутых поворотов, которые я плохо делаю, мне что-то как-то это не горит кататься. С Андерсом надо быть поосторожней. А то мало ли что. Так можно и вторым оказаться.
Да, я держу в курсе. Здесь, в принципе, тоже есть не самые плавные углы поворота, но сама все карты приятные. Начнем так себе. Сейчас мне точно что-то летит. Блин, надо было использовать. Собака. Ну, теперь здесь. Клаун Феста. Блять! Это феерично! Блять! У меня такое был только один раз. Эту зону надо, конечно, делать так, чтобы если ты свалил, себя устанавливали обратно. Собака. Второй. Не понял, как я всех обогнал. Да отъебись. Блять. Как я тратил не проехал этот участок, я просто... Надо поднажать. Ух! Пацан как-то странно влетел. Нет. Из грязи, князи, как говорится, я доволен результатом. Что-то там случилось с пацаном, который ехал на первом месте. Как-то он не очень неудачно въебался. Окейшки. Надеюсь, так и продолжим в таком же темпе. Это будет красиво смотреть, я считаю. Ну, я бы, кстати, хотел проехать электронную авеню, но в последнее время мне начало нравиться, и я здесь... Хотелось бы играть здесь лучше, на этой карте.
Электрон-авеню. Да начнется бой. Как по мне, одна из лучших, один из лучших саундтреков в игре на этой карте. Даже не так, лучший. Блять! Ну ладно, я не один так. Ох, надо было подождать. Шаровую молнию. Ладно, набиваем руку. Ха. Окей. Не вовремя. Очень не вовремя. Так, бомба, иди нахер. Эти бомбы надоели. Бесполезное уебище. Есть ли шанс догнать первого? Почему нет? Очень плохо. Я первый опять. Я, честно, я даже не видел, где я его обогнал. Не смотрю на карту. Слишком сосредоточен, блядь! Если проедем достаточно быстро, если будем держать такой же темп, может быть, нас шаровая молния даже не догонит. Так как она замешана в хлам в ремастере, то есть большие шансы. Ну давай, конечно. Очень красиво. Ух. Хотите верьте, хотите нет, но это тоже один из моих самых лучших траев. Ну, не считая первого круга. Первый круг — это позор какой-то. Блин, хорошо идем, черт побери. Хорошо идем.
А посмотрим. Дальше набор карт какой у нас будет. Я хочу чего-нибудь простенького, типа парка кока было бы. Был бы идеально. Еще раз электронное меню проехать. Такое себе удовольствие. Бля, вы серьезно? Люди, вы сошли с ума, у меня рука уже болит. Давайте сделаем это красиво еще раз. Или даже красивее. Да серьезно? Тут вы горели. Вы решили играть со мной? Так и не понял, влетела она в него или нет. Блять, гиперракеты просто в игре раковые. Я думаю, надо поберечь ракет. Ну, он, скорее всего, переключится сейчас. Зараза, серьезно? Красиво проехал. Машина такой скорости просто неуправляемая. Если все будет хорошо, Райма у нас просто не догонит. А, ват? Что, простите? Что? Здесь можно очень легко свалиться.
Красиво проехали. Я доволен. И, правда, по времени не помню лучше, чем в прошлый раз. Или хуже. Не запомнил циферки. Ладно, смотрим, что у нас дальше. Чекаем, чекаем. Так, ну тут смотреть не на что. Едем дальше. Кап сам себе не отыграет. Синий темпл можно проехать для разнообразия. Алла и тур тоже было бы неплохо. Ну окей. Кто-то начал подлагивать. Next gen. Let's do it, boys. Ложимся на все 100. Надеюсь, вы этого не видели. Иногда меня заносит. Да. Чувак немножко накосячил. Как и я. Это было близко.
Как неудачно. Такой дурацкий момент. Тридцать девять, на самом деле очень медленно можно было бы это все сделать намного намного быстрее. Ну да ладно, хер с ним, хер с ним. Главное то, что мы первые. Череда инстриков. Тьфу-тьфу-тьфу. Лобби у нас немножко полиняло. Надеюсь, сейчас зайдут пацанчики, пацаны. С фуллстаком играть поинтереснее, азарт побольше. Ну и геморы тоже, соответственно. Текс. Нет, нет. Здесь только одна адекватная карта, это Out of Time. Retro Stadium. Просто хуям его. Синяя арена, я на одном месте вертел, крутил. Но. Только out of time. Я здесь в любом случае хотел научиться обузить с Ultra Sacred Fire. Пытаться его хотя бы чуть-чуть продержать. Вообще не получается. Практически сразу слетает после использования. Сейчас вам покажу мастер-класс, вы только смотрите внимательно, ребятишки. Плохо начал. Да. Все равно обгоню. Вот это было не очень хорошо. Две сбросится или нет? Это было феерично. Первое место мне теперь не видать. Это был косяк косяковский. Все, я так накосячил на первом кругу. У нас были бы шансы. А теперь нет. Ну, если парень так же косячит, как я, шансы есть.
же успел перекрыть? По-моему, успел. Да, это плохо. Одна ошибка, и первое место не видать. Был бы еще один круг, я бы его спокойно догнал. Но так как я сделал эту ошибку в втором кругу... Ладно, херня случается, едем дальше. Сейчас мы исправимся. Просто на изи-шмизе. Следующую карту можно взять какую-нибудь для разнообразия, которую я вообще редко играю. Найс! Время выбирать. Соу спидвей был бы интересно. Я хочу попробовать на соу спидвей сегодня. Если я возьму Twilight Tour, это будет точно первое место. Для разнообразия возьмем погоняй в канализации. Данс Сандерс. Не знаю, смотрит он меня, не смотрит. Смешно. Здесь я целенаправленно не буду использовать сокращение. Ибо ну его нахуй. Но если он довлетит 3 из 3 раз, я проиграю. Как? Что? Нет. Так, ну ладно, он туда тоже не попадает. Была ошибкой.
Надеюсь, он не попадет в сокращение. Вот это нехорошо. Здесь ракеты просто бануты к херам, я их ненавижу, блядь! Пошла нахуй, серьезно, гниль! Простите за мой французский. Ах ты лукер... Ебучая клоун Фиеста. Горит. Серьезно, лол. Боже праведный. Рандом чистейшей воды нахер. Зараза. Серьезно? Боже, как горит. Я давно говорю, надо вводить режим. Без использования оружия, что-то вроде такого онлайнового тайм-триала. Все звезды для него сошлись. Просто рот бомбил. Ну все, я разозлился. Следующую карту возьмем точно ту, на которую я умею ездить. Никаких Blizzard блафов, Crash Cave, всяких Mystery Cave, Dragon Mines. Все это в топку. Сейчас мы возьмем что? Twilight Tour, в пизду, в пень и во все остальное. Я, конечно, могу взять и Barren Ruins, но я в нем не уверен, точно так же, как в Twilight Tour. Я сейчас... What? Я хотел отыграться. Сюка. А теперь следующий лобби искать. Я думаю, вернутся все те же, потому что это, скорее всего, плевали за серваков, которые никак разраб починить не могут. Единственное, на чем держится, это их игра, это онлайн, и они не могут запилить нормальные серваки. Это безумие. Безумие? Перезагрузить лобби. Да. Так, быстрее находит почему-то. Мы в ожидании чуда, мои друзья, когда к нам кто-то зайдет. Хочется нагиба, а нагибать некого. Да начнется бой. Берсерк Морган. Блин, откуда я его помню? И CTR Hero тоже знакомый пост. Ну ладно. На этой карте нам есть что показать. А какая ваша любимая карта, народ? Пишите в чат. Я оценю ваши вкусы.
Здесь надо начать красиво, так что возьмем максимальное ускорение. Главное, чтобы в меня сейчас ничто не влетело. Сука! Гня! Такие детские ошибки, мать вашу. Ага! Так, первую шаровуху выхло. Блин, надеюсь, меня она не зацапает. Сука, ну серьезно, я второй еду. Чел! Мне, бля, придется порвать жопу, чтобы здесь оказаться первым. Блин. Уже вот так рядом. Опять поставил. Блин. Это все происходит пиздец как не вовремя. Серьезно, 3 секунды. Гнал как дикий на третьем кругу. Блять, вот эти ошибки начинают меня доставать. Так хорошо начали. Имели винстрик, а тут сейчас лустрик. Да, рада. Окей, окей, надо собраться, надо просто собраться. Заебали меня эти профессионалы использования таких пробирок. Швыряющиеся щитами, бомбами, прочей хуйней. Я вообще не понимаю, как, блядь, можно, швырнув пробирку вперед, так рассчитать траекторию, что она в кого-то попадет. Это, блядь, это практически невозможно. Это такой рандом. Давай, Android Heavy. Все, нахуй. Без шуток. Просто без шуток. Единственное, что меня бесит на этой ебучей карте, это проезжающий поезд. Единственная самая раздражающая вещь в игре. Ну, блин, ну... Окей. Лучше разрабы занимались не введением новых туров просто по КД, а починкой серверов.
было бы намного более полезной штукой. Пам-пам-пам-парам-пам. Единственное, что умеют, это вводить систему pay to win. Так, ну окей. Система pay to win в следующем туре. Это единственное, на что у них мозгов хватило. Даже краш не обошла, это беда. Ох уж этот Twilight Tour с своими, блядь, рандомными прилетающими ракетами, бомбами, пробирками. Здесь, походу, тоже придется начать красиво. Сука, серьезно, кому там нахуй дали ракету в начале игры? Второму дали ракету, это пиздец. И он просто решал катку. Пошел нахер. А, ну естественно, а моя ракета полетела просто куда-то в задницу. Это классика. Еще и шаровая молния. Сука! Боже праведный, просто нахуй вертел я эту игру. Заебали эти пробирки, бомбы, блядь. Еще и ультер сакрит файр все сбил. Из-за того, что резерва не хватило. Да не туда, блядь. Да, первый кирку догонишь. Опять ракета. Что ж ты будешь нахуй делать? Не удивлюсь, если ему еще их три дали. Типа на, пользуйся, сынок. Ёб твою мать, вот почему я не люблю эти ебучие фуллстайки.
Кто там, блядь, первый? Гюринг Кларекс. Ёп, блядь, 2.59. Настолько отвратительный проект карты идут. Уму непостижим. Так как тут можно вообще нормально ездить, когда тебя за один круг влетает весь боевой арсенал Соединенных Штатов Америки? Меня прям пригорает. Уважаю поцев, который, ну это, по крайней мере, это, на Западе такое практикуется, у нас, не знаю, есть, нет. Просто собираются, там, кучка профессионалов, да, решают покатать между, ну, друг с другом, определиться, там, кто лучший. И при этом у них одно из самых главных условий – это не использовать оружие. Не использовать оружие. И, то есть, все, ты вытащите скиллом, не вот этим ебучим рандомом, что тебе достанется, как ты попадешь или не попадешь там в противника с соперниками. Ну, нихуя. Трубы.ру. Ну, давай Трубы.ру. Правда, я знаю эту карту, это категория простых карт, которые они сами по себе короткие, и здесь решает вообще не скилл, а здесь решает рандом из оружия, которое тебе достается. Это Трубы.ру, Паркока, дальше Инферно Айсланд. Что у нас еще там есть? Так, на скидку не... А, Краш Кейв. Ну, примерно такие карты. Вот эта карта, запомните. Победит тот, кому повезет с оружием. Все. Я знаю, я больше чем уверен. Сейчас, как всегда, я обычно... То есть, я постоянно вырываюсь первым. То есть, я умею использовать этот охуенный старт в начале катки. Врываюсь первый, доезжаем до первых ящиков, какому поцу там везет с оружием, там, предположим, ракеты, бомбы, прочая хуйня, там, часы. Он сразу эту хуйню юзает, причем юзает в меня. Сейчас просто сами увидите. Прямо отсчитывайте от старта 10 секунд, и в меня что-то прилетает. Я буду ехать первым, кстати. Все, смотрим. Отсчитываем. 10 секунд. Ну, 10-12 секунд. Невероятно, у меня еще ничего не прилетело. Это как так? Ух, невероятно, есть чем крыть. Боже, спасибо. От греха подальше. А, ну окей. Все видели? Не получилось у пацанов меня остановить своими снайперскими выстрелами. Чисто победил, потому что в меня ничто не влетело, все. Причем даже по своим меркам проект неплохо, у меня, по-моему, рекорд. Ну, я специально не траю эту карту Time Trail. Там чисто выполняю какой-нибудь челлендж в туре. У меня, по-моему, тут что-то в районе минут 17, так что... Для своих мерок очень быстро проехал. Чисто повезло, что в меня ничто не влетело в первые там 10-15 секунд игры, все. Если бы в меня что-то влетело, я бы уже автоматически не занял бы первое место. Как бы я ни ехал. Горит от этой игры, честно.
очень заёвывает этот рандом из оружия. Мне очень нравится, когда текстурки текут. Выглядит очень безумно. Spooky and scary. Лол. Ну я здесь смотрю, это лобби такой на скеле собралось. Ход Air Skyway такая себе карта. Кто продержит Ультра Sacred Fire? Ну, того и тапки. Сейчас вообще народу, кстати, мало играет в межсезонье. Все отдыхают между турами. А вот как начнется тур, сразу будет дофига народу, все начнут дико гриндить, фармить. Так что пока все отдыхают. Конечно, меня очень сильно горит, что ведут микротранзакции. Не понимаю, нахер они тут нужны. По-моему, это не совсем та игра, где людям будет интересно покупать все эти облики и прочую хуйню. Ну, может, я ошибаюсь, не знаю. Может, у вас какое-то есть свое мнение на этот счет. Блин, плохо начал. Окей, окей, Джонни. Я говорю, собралось лобби скиллом, пацанов. Первый уже почти проехал. Повезло. Это было просто на грани. Так, ну и эта ракета мне сейчас никак не поможет. Бам! У меня вот лишнее там подтверждение, чистое рандом из оружия. Мало того, что мне ультра понятно. Просто ебучая клаун феста. Боюсь, тут к третьему кругу будет заставлен каждый квадратный миллиметр этой карты. Отдохну. Серьезно, как? Ох, я обожаю эти лайнеры. Как? Что? Понятно. Я просто себе Ультра Sacred Fire сбил тем самым. Не. Но. Нет! Нахуй это лобби, просто нахуй его. Ты меня не обманул. У меня ракеты нет, блядь!
Ох, блядь, как я сейчас... Ух, как я ору, как я зол. Вот скажите мне, как можно играть в эту игру? Я просто хуею. На самом деле, бывают хорошие игры, где все не прилетают каждые 5 секунд какая-нибудь хуйня. Но вот эта игра и пару предыдущих были не из этого разряда. Поэтому очень сложно играть с забитыми лобби из 8 человек. В тебя постоянно прилетает какая-то херня. По 3 шаровухи летает на карте, это то есть нормально. Это вообще говно вопрос. Ну вот, давайте Twilight Tour. Просто попробуем Twilight Tour. Ну я чувствую, тут тоже я хрен продержу Ultra Sacred Fire. Раз здесь такие все специалисты по оружию собрались. Я думаю, Clockwork Wump здесь даже смысла нет гонять. И здесь происходит все еще хуже, чем на других картах. Плюс сама все карты отвратительные из-за этих поворотов на 90 градусов. Одна из самых ебанутых, наверное, карт в игре. Хуже нее, наверное, только Deep Sea Driving, где лопасти в тоннеле. Вообще чистый рандом. А какая у вас самая нелюбимая карта чат? Пишите. Оценим. Гоу-гоу-гоу. Не понял. Это что такое? Боже, в этой игре багоны просто все, что можно только забаговать. Ёб твою мать. Знаете, у меня плохое предчувствие, что игра даже не начнется. Такая херня бывает. Просто зависает напрочь. Ну что ж, народ, у меня для вас очень-очень-очень-очень плохие новости. Это, наверное, самая худшая ебучка, которая может появиться на стриме. Потому что я никаким способом отсюда выйти уже не смогу. Придется перезапускать игру и, соответственно, стрим. Стримчанский придется отрубить. Беда. Блять, это игра. Лишний раз подтверждает тот факт, что разработчикам надо не туры пилить просто по КД, а заниматься игрой в плане починки серверов. Это вообще беда. Игра поломана к херам. Окейшки, а я сейчас фастом перезапущу стрим, так что не теряйте по зяде.